Приветствую вас. И не совсем правильно была построена деятельность по выявлению причин изменения поведения вашего отца. Дело в том, что психотерапевт не может и не имеет права вообще-то просто так взять и выписать какие-то таблетки вашему отцу. У него для начала должен быть установленный диагноз, назначено лечение, и уже в соответствии с назначенным лечением выписываются таблетки. И назначается воздействие не только медикаментозно, но и психологическое. И только так работает борьба с психическим заболеванием. Тот, кто сделал психотерапевт, не является профессиональным, и можно сказать, что поступил он не совсем правильно. Поэтому вам необходимо самостоятельно вместе с отцом обратиться еще раз в центр психологической помощи, где вам окажут соответствующую помощь и направят куда нужно и сделают вам соответствующие процедуры, которые помогут в первую очередь не назначить лечение, а выявить проблему, диагноз. И тогда уже будет более понятно, что с вашим папой и как ему помочь. На этом все, надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы, оставьте, обращайтесь в личку, помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Пока, желаю вам всего доброго и удачи.